Милые дорогие девочки, наши подписчики, наши покупатели, не имеет значения. Хочется мне в этот прекрасный день, первый день весны, искренне пожелать вам вот чего. В первую очередь, мои хорошие, чтобы вы были здоровы. Потому что здоровье – это единственное, что невозможно купить, ни за какие деньги. Второе, мне хочется пожелать вам обычного, простого, семейного, тихого счастья. Чтобы вы любили, чтобы ваша любовь была взаимна. Чтобы те, кто из вас одинок, обрели семью. Те, кто уже в семье, чтобы жили в достатке, благополучии, мире и согласии. Хочется мне пожелать, чтобы те, у кого есть детки, простите, а тех, у кого нет деток, чтобы детки появились. Потому что детки в семье – это счастье, детки в семье – это стимул, детки в семье – это мотивация на то, чтобы работать, удваивать, утраивать свое благополучие. В общем, мотиваторы детки еще те. Хочется мне пожелать вам, творческим единицам, творческим людям, которые создают прекрасные работы на продажу, чтобы у вас было как можно больше продаж, чтобы ваши покупатели были вам очень благодарны за ваш труд, чтобы вас рекомендовали как мастера. Также, девочки, мне хочется пожелать вам, чтобы ваше настроение никогда не зависело ни от погоды, ни от того, что приходит в вашу семью, чтобы ваше настроение всегда было таким, каким вы его хотите для себя. И чтобы вас окружали только хорошие люди, которые приносят вам хорошие новости, хорошие эмоции в вашу жизнь. Также хочется мне сказать вот что, мои хорошие. Очень важно в нашей жизни это наш настрой. Настрой в идеале иметь на позитив, на добро, на любовь, на счастье. В общем, именно вот в этот весенний день, когда природа начинает просыпаться, к сожалению, пока что только в календаре, да, у нас чувствуется весна. Помимо солнышка, в Москве весны нет. Но очень важно понимать, что вот какой у вас настрой внутренний, такое у вас и настроение. А какое у вас настроение, от этого получается и ваша жизнь. То есть, если вы несете в мир добро, любовь, приятность, сюрпризы, подарочки, хорошее настроение, улыбку, то в ответ вы получаете то же самое. Поэтому, мои хорошие, искренне поздравляю от всей души вас с прекрасным праздником. Сотрудники компании «Изолончик» также присоединяются к моим поздравлениям. Они сейчас работают, выполняют свои обязанности перед вами. Вот. И пожелать вам мира, любви, достатка, благополучия и добра. Пусть вас окружают только хорошие люди и искренне желающие вам добра. Берегите себя, мои дорогие. С любовью, Тамара.